Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик, и с вами я, Елена. И сегодня я вам показываю своих бройлеров Коп 500 Венгрия. Вы посмотрите, как они заняли все пространство брудера. И сегодня мы их срочно будем пересаживать. У меня здесь два брудера. Вот этот один. И сейчас покажу вам другой. И вот это второй. Тоже практически все пространство они уже заняли. Давайте туда пойдем, а то они сейчас там еще выпрыгнут. Этим бройлерам 22 дня. Кобы, конечно, очень отличаются от моих любимых Arbor Icarus. Ну и сейчас мы с вами посмотрим, сколько же они весят. Несколько штук я возьму, сейчас взвешу. Я посмотрела табличку. По табличке 22 дня, ну 22 двое суток. Батюшки, уже начинают петухи петь. Их норма 990 грамм. Кто первый раз на моем канале, я рассказываю, я привожу эксперимент. Всегда я выращиваю Arbor Icarus и на корме Пурина. В этот раз я взяла яйцо Коп 500 Венгрия. Вот они такие у меня чудесные птички получились. Но вес, мне кажется, отстает от арборов. И корм. Корм у меня Южная Корона. Вот сейчас мы несколько штук взвесим. А сегодня к вечеру мы будем их... Сейчас раннее утро. К вечеру будем их пересаживать. Я, наверное, сниму еще видео. Всех, которых пересаживала, выведу уже средний вес той клетки. И этих буду пересаживать. Делить на два брудера. И тоже выведу их вес. И потом вам тоже в каком-то видео скажу. Здесь есть один совсем маленький. Где он? Не знаю даже, где он. Ну, давайте их взвесим. Я буду выбирать самых крупненьких, средненьких и маленьких. И посмотрим, сколько же они весят. 22 дня. Так, вот я установила. Я думаю, вам будет и птичку видно, и вес. Ну все, давайте я беру по одному. Так, взяла первого попавшего. Эх, вам не видно птичку. Кило 189. Так, как же мне сделать так, чтобы вы видели и птичку, и вес? Наверное, вот так вот я сделаю. Подальше отойду. Или повыше стоечку поднять. Сейчас я посмотрю, как вам сделать. Так, второго несу. Взяла фломастер, отмечаю их на голове, чтобы потом не перевешивать сегодня еще раз. Кило 307. Вот это да. Так, еще одного взяла, первого попавшего. Ну и что ты? Кило 279. Это я говорю громко, потому что Василий у меня записывает. Кило 280. Ну, маленький. Вот маленького взяла. Он выпрыгивал из клетки. Так. Кило 114. Маленький. Ну. Ну, друг, ну что ты? Отметить себя надо. Да, батюшки. Кило 257. Пошли, мой хороший. Так. Давайте маленького найдем. Вот маленький, прям маленький-прималенький. 986 грамм. О, даже прям как норма. Давайте тебя отмечу. Нет, килограмма 987, что ли? Вот. Так, вот средненького несу. Килограмм 273. Давайте-ка помажу. Я спиртом помазала фломастер, чтобы хорошо он мазался. И вон я вижу петушка. Так, взяла петушка. Ну, что-то мне кажется, петушки такие длинношеи, и они как будто мало весят, на взгляд. Так. Кило 279. Так. Вот еще небольшая курочка. Давай, 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 моя хорошая.
Килограмм 57 грамм. Еще вот курочка. Что-то так мало петухов у нас в этой партии. Ну что ты, что ты? Так, ну ладно. Вес этой корзиночки, мисочки. Так, давай, села? Садись, садись, садись. Вот, и сейчас мы тебя взвесим. Кило 222. Так, маленькую, такую захудаленькую какую-то курочку взяла. Кило 250. Нет, не захудаленькая. Уже мы взвесили. Василий, сколько мы взвесили? 11. Так, выключила я свет, а то очень сильно отсвечивает лампа, и ничего вам не видно. Вот я вам показываю тех, которых я пометила, которых мы с вами взвешивали. То есть тут 11 штук у нас. Остальных я буду перевешивать потом. Здесь у нас их сидят, наверное, 26 штук. Сейчас я вам выпущу это видео, вы посмотрите вес, вид. Ну, вид, конечно, смешной. Смотрите, какие они у нас лысые. Ну, прям капитально лысые. Под крылом просто нет ничего. Куда ты убежал? Скушали они у меня 3 мешка. И вчера вечером я начала еще один мешок роста. То есть 2 мешка старта и мешок роста. Но сейчас они будут очень-очень много есть. Рекомендациям производителя до 14 дней как раз стартом кормят. У меня как закончилось 2 мешка, я перешла на рост. Я всегда так делаю. Рост я закупила 5 мешков. Когда он кончится, я вам расскажу. Ну вот и все. Сейчас постараюсь съездить в город. И завтра выпущу вам это видео. А потом выйдет видео, где я перевешиваю всех цыплят. 22 дня и вывожу средний вес. А вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Пока-пока!